Всем привет, мои дорогие, с вами Оптимистика, и подоспела еще одна распаковочка. Давайте начинать. У нас пока вещевые посылочки. Так, это, я так думаю, джинсы жжу. Сейчас мы посмотрим. Не знаю, подарить или нет, потому что взяла спорный достаточно размер. Очень надеюсь, что подойдет, потому что джинсы мне эти моделька очень понравилась. А размеров больших не было, но они встречевые. Так, давайте покажу, смотреть. Цвет очень красивый. Тянутся они хорошо, но боюсь, что я могу, наверное, не войти. Что мне понравилось, на штанинах разрезы спереди. Это сейчас очень-очень модно. Так, размер. А, 2XL я взяла. 2XL. Ну, тянутся вроде неплохо, но гарантии, конечно, нет, что подойдут. Петелька застрочена для пуговки. Так, пошив хороший. Качество хорошее. Джинс практически без запаха. И вот обратите внимание, видите, немножко скошены вот эти разрезы спереди. Очень классные. Давайте померим. Без растяжения обхват талии у нас получается 82. Растягивается он. Ну, вроде как, но тут же у нас кнопка не застегнута, да, то есть если застегнуть, посмотреть от середины, да, и умножить на 4, 23 на 4, 24 на 4, 96, да, по идее, может быть, влезу. Так, и бедра у нас без растяжения получаются 96. Ну, как вы видите, они отлично тянутся. До 116 растягиваются. В общем, буду мерить. Не знаю, что с этими джинсами. Очень мне понравились, конечно. Открываться дальше. Тут у нас сборная посылочка, как вы видите, по пакету. Здесь у нас должны быть туфли и платье. Это, наверное, платье такое маленькое. Купон на 10%. Промокод. Календарь скидок на Джум. 9 сентября, вот 7, 8, 9, 10, 11, 10 месяца и 11, 11. То есть тут прям Джум выслал дни распродаж. Красные дни календаря, когда можно будет все взять подешевле. Давайте распечатаем сначала обувку. Посмотрим. Дальше где-то прорезать что-нибудь не так. Так, скрываем. Смотрим. Интересная была пуговица. Не смогла удержаться от покупки. Взяла размер 41. Вот так они приходят упакованы. Ну, есть запах клея при распаковке. Подошва дубовенькая. Тут все прошито. То есть тут не клей, а именно вот прошито кантом. И завязки на щиколотке. Интересные такие туфлюнки на лето. Жалко, конечно, что подошва не гнется. Прям дубовая, правда, не гнется. Текстильные. Тут сеточка вот прозрачная. То есть вот на жару вообще такие вот симпатичные. Взяла 41 размер. Вот маркировка есть 41. Ну, так, я думаю, запах быстро выветрится. Особо его нет. Размер у нас хорошо. Так что вот такие туфельки.
И вот платьишко. Что-то прям, я не знаю, платьишко ли это. Давайте смотреть, что это такое нам пришло. 5XL. Ну, конечно, я подозревала, что ткань, наверное, будет не особо. Я, честно говоря, надеялась, что принт будет более четкий. Ну, конечно, безобразие. Застрочки какие на платье, в общем. Какая-то ночнушка непонятного оттенка. Ткань ужасная. Подкладочная. В общем, я хочу сказать, что мне вообще не понравилось. Я, конечно, буду открывать спор, потому что здесь шов не прострочен, здесь нитка. Безобразный пошив. Очень надеюсь, что мне деньги за него вернут. Рукав узкий достаточно. Ну, в общем, платье так себе. И продолжаем нашу распаковочку. Тут у нас, давайте, еще вот посылочка пришла. Это маленький кубик Рубика. Мы знаем кубик Рубик из 9 кубиков сторона, да? А этот вот из 4. Вот такой маленький для деток. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Давайте посмотрим. Интересный. Как раз, когда надо с чего-то начинать. Инструкция по сбору кубика Рубика. Вот такая. И сам по себе кубик Рубик очень клевый, очень легко крутится. То есть ребенку будет очень интересно. Я хочу сказать, для начала как-то своей такой кубик Рубиковой деятельности, то есть вот такой кубик Рубик очень классный, брала племяшке на подарок, так что очень даже ничего. Сделан качественно. Смотрите, все стороны проклеены хорошо, детальки крупные. Шарниры хорошие, двигается очень легко. То есть ребенку маленькому управиться с таким кубик Рубиком будет достаточно просто. Инструкция очень четкая, как по сбору этого кубика Рубика, поэтому вполне себе можно научиться его собирать. Классный, очень мне нравится, рекомендую, недорогой, кстати, очень классный. Так, и пришел еще тут у нас велюровый костюм сиреневый. Давайте посмотрим, потому что брала без отзывов особых, поэтому буду с вами смотреть. Цвет красивый, сразу вижу, цвет красивый, размер, смотрите, взяла 5XL. Маркировка все на пакете, и такая 5XL, и вот 5XL. То есть, вроде как положили правильно. Давайте смотреть, что пришло. Ну, скажу, материал неплохой, неплохой, синтетика. Ну, так визуально вроде. Изнутри мягкий, шелковистый такой. Штанишки, не пойму, по-моему, такие чуть зауженные. Я брала побольше, потому что хотела, чтобы штаны сели не как лосины. Но, честно сказать, сейчас давайте померим. Я вам скажу, обхват талии в 5XL. Резинка не прострочена, поэтому, скорее всего, будет перекручиваться в процессе носки. Можно двумя стежками, в принципе, при желании закрепить, если это будет мешать. Так, без растяжения у нас. Без растяжения талия 39/2, 78. Резиночка легкая, растягивается хорошо до 110, даже больше, до 120 вполне. Так, давайте померим бедра. По бедрам у нас 116. Так, наверное, чуть пониже, да, надо нам по бедрам померить. Вот, в районе 120 бедра. Длина штанины. Сейчас давайте по внешнему краю померю, скажу. Мне кажется, как будто штанцы коротковаты. Так, есть кармашки.
и меряем длину штанины. Длина штанины у нас получается, нет, неплохая длина, кстати, 110 сантиметров. Цвет красивый, с легким проблеском. Давайте смотреть кофту с вами. Вот такая кофта. Запаха, хочу сказать, никакого не было при распаковке. Тут какие-то на кофте завязки. Буду разбираться, что они тут где завязывают. Так, воротник. Короче, в чем фишка в этом костюме? Вот такой воротник. Он достаточно свободный и красиво ложится хомутом. Очень мне понравилась эта идея. И я решила, что да, мне такой костюмчик нужен. Здесь для красоты все, я поняла. Пристрочена вот эта вот непонятная штучка. Ну, может, она будет и ничего смотреться, но я бы даже ее и убрала. Она, в принципе, не нужна. Кармашек есть на груди. Значит, обхват груди без растяжения. То есть материал тянется, сразу вам говорю. Без растяжения. Обхват груди в районе 120. И длина самой кофтенки. То есть она не очень длинная. Длина кофточки 52 сантиметра. Ну что, буду мерить, посмотрю. Посмотрю, как сядет. В целом неплохая. Мне кажется, вот этот немножко верх велюра бывает помягче, просто немножко. Но изнанка очень приятная. То есть я так думаю, одна стирка с кондиционером, и он полностью будет то, что надо. В остальном надо мерить, конечно. Манжеты не узкие, то есть рука моя спокойно вошла, девочки, очень. Рукавчики, да, на манжетах, то есть буду мерить, померю, посмотрю, как покажу вам. Сумки. Сейчас скроем. Должно быть тут в одной упаковке две сумки. Сумки, по-моему, тканые, как у нас заказывал. Для фотоаппарата. Такие вот отпуски. Очень удобно ходить на прогулку. Давайте смотреть. Да, ну, во всяком случае, сумки две. Сумки две. Давайте смотреть. Сумки пришли быстро в постамат. Поэтому доставка была медленно быстрая. Вообще, соли сейчас достаточно быстро, когда посылки долго идут. Так, вот первая сумочка. Много кармашков. Подарок резиночка. Не знаю зачем, но ладно. Кому-нибудь пригодится. Племяшкам. Всегда есть кому отдать. Смотрите, как хорошо запаковано. Скрывают. Вот такая резиночка в подарок. Давайте скрываем саму сумку. Смотрим. Вот такой вариант. Дорожно-походный. Смотрите, сумочка с широким дном. То есть я сейчас померю, вам расскажу все размеры. Значит, смотрите, у нас дно получается, вот берем от шва, от этого выступа, да, карман я не считаю, то есть получается 13 сантиметров, даже нет, подождите, 12, давайте будем так четко. Еще плюс карман, вот этот, молнии все рабочие, кармашков много, то есть вот для фотоаппарата что-то сложить с собой, прям вообще отличный вариант. Смотрите, молния производственная, как бы это, застежка, подкладка и изнутри есть тоненькая, а здесь сам, в кармане нет. Материал очень плотный, такой хлопковый. Есть ремень, он регулируемый, то есть вы можете длину ремня регулировать прекрасно. Этикетка бренда, логотип. Сейчас скажу просто размеры сумки от края до края. Смотрите, у нас получается 36. Вот в сложном виде. Понятно, что когда она будет запечатана, ну, как набита. Давайте тогда померю набитую, да, вот как бы. То есть у нас получается тогда вот от этого шва до этого 29. И высота также посмотрим, как у нас будет. Вот она закрытая сумочка, да, то есть и высота 22,5 сантиметра. Это когда она полностью набитая. Напоминаю, у нас ширина 13 сантиметров. То есть такая достойная сумочка. Очень неплохого качества. Молнии все работают отлично. Внутри еще есть кармашек, который застегивается. Но подкладочка слабовата.
Смотрите, она немножко, мне кажется, даже светит. На свету, по крайней мере, точно. Не знаю, насколько ее хватит, но в любом случае, то есть вот сама сумка, внешние карманы, они все вполне достойные. Так что сумочка вроде неплохая. Надеюсь, папе нашему понравится. И еще одна сумка. Брали в одном магазине, по-моему, ссылочки все дам под видео и с актуальными ценами. Да, я всегда цены пишу к видео, потому что я их ставлю актуальные на момент публикации. Вот. Эта сумка побольше. Это, я так понимаю, дорожную мы выбирали. Нарядная такая. Побольше. Смотрите. Дорожная сумка. Ну что, тоже пошито хорошо. Значит, что нравится? Вот эти ручки круговые, прошиты прям до дна. Поэтому бояться, что они где-то оторвутся, не стоит однозначно. Логотип бренда. Так, кармашек у нас. Здесь подкладка достаточно плотная, плотнее, чем у той сумочки, я вам сразу скажу. Значит, карман один такой, один на молнии. Сама сумка застегивается на молнию. Смотрите, изнутри карманов много. То есть есть вот такой внутренний кармашек. Есть два кармашка, которые не застегиваются. Можно что-то положить. Шов прострочен и внешний край отделан тесьмой плотный. Дополнительная ручка-ремешок через плечо с застежками-карабинами, такими достаточно тугими. Карабин у нас крепится сбоку вот сюда. Ну, так, карабины достойные. Ремень тоже регулируется здесь. Я хочу сказать, что сумка, она вроде бы... Давайте чуть подальше сейчас отодвину. Вы видели, она вроде бы такая вот не очень большая, но в нее много войдет, и это чувствуется, потому что она такая вот не длинная, вытянутая, какая-то такая вот прямоугольненькая, но такая достойная. Качество мне понравилось. Очень плотный материал, очень качественный, хорошие ручки прострочены, еще раз напоминаю, вдоль. И есть вот такие для того, чтобы в руке удобно было нести ее. Вставки из искусственной кожи. Пошито все качественно, так что есть небольшие заломы на ручке, но я думаю, они все равно появятся в процессе носки. А так все отлично. Сейчас скажу размеры. Значит, размеры у нас получаются сумки 49, ширина 21 и высота это у нас вот от сих до сих. Сейчас посмотрим от угла до угла, да, чтобы у нас примерно, ну, примерно 31 сантиметр. То есть, ну, примерно, грубо, 50 на 30, да, и на 20. Вот такая сумочка. И продолжаем нашу распаковочку. Немножечко посылочек осталось. Сейчас я вам покажу, что пришло. Это мы заказывали машинку для племянника. Машинка обошлась в купонах продавца 26 рублей. Я давала ссылку в группу, по-моему, «Беги покупать». Ну, что сказать. Машинка неплохая. Ездит хорошо. Без каких-либо дополнительных функций. Материал пластик. Похож очень. Да, похож на пластик. Вот такая маленькая машиночка. 26 рублей. Дошла, по-моему, за 2 недели. Ссылочку оставлю. Там единственный минус, высылается рандомно. То есть вы не можете выбрать модель, кому какая попадется. Моделек очень много у продавца. Можно собрать целый автопарк, но какие придут, выбрать нельзя.
пришли в Каны кроссовки. Они были заявлены как мужские. Я писала нас в покупке в своей группе. Группа Оптимистика Шоппинг. Давайте смотреть, что же пришло. Прямо с вами вместе открываю. Ну что? Очень симпатичные кроссовки. Посмотрите, они трикотажные практически. То есть полиуретановые вставки по бокам. Самые такие грязнящиеся, да, места. Пятка уплотнена полиуретаном. Все прошито, посмотрите, по ранту. Проклеено хорошо. Качество безупречное. Здесь как носочек. Надеваем и все. По подъему можно утянуть шнурком. Этикеточка есть. Отличный вообще вариант. У меня получилось взять в распродажу за 600 рублей. Сейчас не знаю, сколько они стоят. По-моему, обычно они стоят 1000 с чем-то. А это была распродажа сентябрьская. Пришли они достаточно быстро, тоже в районе 2 недель. Давайте посмотрим второй, чтобы у нас не было никаких. В общем, я считаю, что это и не мужские, а и женские вполне можно носить. Нам, девочкам, такие кроссовки. Смотрите, интересная какая декоративная вставка перфорированная. Что хочу сказать. Вот такая трикотажная обувь – это просто прекрасный вариант для летнего периода, потому что ножка отлично дышит. Да, подошва, смотрите, в меру гнется. То есть очень удобно. Она не дубовая и не сильно мягкая. А стелька я вам сейчас хочу показать, если надо. Да, достанется. Вот смотрите, какая стелька. Видите? И изнутри есть бумажка с логотипом. Там и логотип, и размер проклеен. То есть все есть. В общем, качество исполнения фабричное. Очень классное. Никакого запаха при распаковке. Даже несмотря на то, что они пришли просто в пупырку запакованы. Как видите, им ничего нет. Надеюсь, размер подошел. Я брала 40-й. У меня ножка 25,5. Буду мерить. У нас осталась последняя посылочка. В этой посылке сборной много-много чего пришло. Давайте смотреть. И заканчивать нашу распаковочку. Тут пришел бюстгальтер. Еще что-то. 3 или 4 у меня тут посылки. 4, наверное, да? Обувь какая-то. Вот все, что-то из вещей. Все. Все, у нас 4 посылочки. Давайте начнем с обуви. Так что сейчас мы будем с вами мерить, скрывать. И посмотрим. Значит, смотрите, я взяла черные с золотой цепью на светлой подошве. Я их достаю с вами прям вот. Вот такие они. Входит в пакетики. Давайте открывать дальше. На вид очень симпатичные. Подошва в меру мягкая. Что, кстати, плюс прям огроменный. В носы проложен бумажка, чтобы не сильно заломы были, да? Размер 41. Сейчас вот с вами измерю размерчик. То есть нам надо от сих до сих померить 27 сантиметров. А внутренняя стелька получается 25,5 сантиметров. Вот показываю. Вот он носочек наш, да? И вот она наша пяточка. У меня получается 25,5 сантиметров. Надо померить и все это решить. Посмотреть, как они будут смотреться и действительно ли такие огромные или нет. Так, следующая у нас какая-то тряпочка. Тут давайте смотреть. Распаковочка. У меня тут рубашечка должна. По-моему, от Занзел 2 блузки и рубашка 3. Будем с вами сейчас мерить. Вот моя рубашечка зебра, которую я очень ждала от Занзел. Там уже почти не оставалось размеров. Я делала анонс покупки. И вот она до меня доехала. Давайте не будем мучиться, просто вскрою ножничками. Значит так, ткань достаточно приятная,
хоть и полиэстер, но смотрится очень симпатично. И на ощупь такая, как шифон, приятный такой, легкий. Размер я брала XL, там особо выбора не было. Но я почитала в отзывах, она очень свободная. Давайте померим обхват груди в XL. Здесь кое-где торчащие ниточки, но не критично. Рубашка обычного кроя такого. Мерим обхват груди. Да, у нас получается 126. По идее, должно быть вообще все отлично. То есть она сядет и оверсайзно, и не слишком велика. Значит, смотрите, широкие манжеты классные. Манжеты, я так понимаю, не тугие. Достаточно свободно. Даже вот смотрите, я застегиваю. Все время опасаюсь тугих манжетов, потому что с ними чувствуешь некий дискомфорт. Здесь такого нет. Смотрите, застегнул манжет. Рука моя спокойно вошла и вышла. То есть достаточно свободный. Рубашечка сама тоже достаточно свободная. Ну что, мне понравилось. Кармашков чего-то такого нет. Как всегда, полный набор этикеточек. И рубашка стандартного кроя. Материал 100% полиэстер. Будем мерить. Но в целом мне нравится. Так, еще одна блузочка, по-моему, тут тоже должна быть от Занзе. Уже без пуговок. Не рубашка, а именно блузка красивой расцветки. Ну что, расцветка красивая, действительно такой. Открываем. Ткань тоже приятная, хоть и полиэстер такой шелковистый, но очень-очень приятная, очень классная. Смотрите, такая широкая, треугольный вырез, ну, ниточки небольшие мы обрежем, не страшно. Размер брала максимальный 5XL, таблица размеров продавца, потому что ткань не тянется. Я хотела, чтобы села очень свободненько и не доставляла дискомфорта в процессе носки и надевания. С коротким рукавчиком. Смотрите, как интересно горловина отделана, то есть по спинке такая стоечка присборенная, и все это практически спереди, и плюс вот отделан такой неглубокий вырез. Отличная блузочка, сейчас скажу вам обхват груди в размере 5XL, но обычно у Занзе всегда верная таблица размеров продавца, вот что мне нравится, то есть выбираем. И не боишься попасть в просак. Не все магазины могут этим похвастаться. У меня Занзе. Так, 124 обхват груди. И длина нашей блузочки, она не очень длинная. Длина нашей блузочки получается 71 сантиметр. Хотя нормальная. Нормальная длина. Прайма не узкая. Рукавчик достаточно свободненький. То есть, ну что, очень жалко лето закончилось. С джинсами бы она смотрелась изумительно. Такая блузка мне прям очень понравилась. Надеюсь, что и на мне будет смотреться достаточно неплохо. И бюстгальтер без бретелей. Наконец-то мне доехал черный. Белый у меня уже есть. Вот я заказала еще черный. Вернее, как, он идет с бретелями. Но там бретельки такие... Я не набрала, чтобы носить без бретелей. Сейчас я вам его покажу. Очень классное нежное кружево. Размер 95C. Он достаточно сидит свободно под грудью у меня. 95. И чашка C, это прям вот целая чашка B. Она не очень крупная, но достаточно хорошо ложится. Значит, смотрите, без пушапа я специально искала. Здесь силиконовая тесемочка прошита поверху. И этот бюстгальтер, то есть, и чем удобно, смотрите, если снимаем бретели, а я их снимаю сразу, потому что этот бюстгальтер я брала специально, чтобы носить без бретелей под одежду, которая этого требует. Откиваем, сейчас вытащим. Вот. Видите, петелечка как сделана. То есть ее не видно, не видно тут. Сейчас я... Замерю чашу, может, кому-то интересно будет. Просто не знаю, как еще показать ее размер. Значит, смотрите, от уголочка, самая глубокая часть у нас получается до вот прям, ну, 20 сантиметров. И
по центру перпендикулярно с углублением самой глубокой части 14 там и 3 миллиметра. Обхват под грудью сейчас я вам померю. Значит, замочек, смотрите, тройной, 3 ряда крючочков. Мы, значит, с вами смеряем по низу без растяжения. Кружево очень нежное, тянется просто замечательно. И у нас получается 75 сантиметров. И тут, наверное, целых 4. Да, то есть, ну, берем вот этот 5, получается 75 и 5 на застежке. То есть можно регулировать. Очень мягкая, под грудью 95 вообще ложится невесомо, не сползает. Так что, девочки, у кого размеры грудь 104, дают грудь 104, где-то 106-107 максимум. Под грудью у меня 94-95, очень невесомый. Размер 95C, отлично сидит, отлично носится, не сползает. И я вот белый носила весь отпуск, все лето, очень довольна, поэтому взяла еще и черный, возможно, закажу еще и бежевый, чтобы было, значит. Все, мои хорошие, спасибо, что досмотрели до конца. С вами была ваша Оптимистика. Буду рада вашей подписке на мой канал. Канал Телеграм Оптимистика Шопинг. У нас там очень душевная атмосфера. Общаемся. Я выкладываю анонсы покупок, распаковки тоже. И очень много интересных находок. Но для вас я еще все самое интересное. Поэтому жду вас в гости. Также подписывайтесь на мой канал YouTube. Очень вам всем рада. Рада буду мнением и комментариям. Пока-пока. С вами была ваша Оптимистика.